Сегодня Следственным комитетом бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову предъявлено новое обвинение. Теперь, помимо покушения на получение взятки группы лиц, ему также инкриминируется получение взятки лично в особо крупном размере. Вот именно по этому эпизоду, как полагает следствие, в 2012-2013 годах Евгений Урлашов получил в качестве взятки 30 миллионов рублей от директора одной из коммерческих организаций. За это он обещал способствовать реализации имущества в пользу этой организации, принадлежащего другому обществу, акционером которого является мэрия города. Ну а по первому эпизоду мэр города Ярославля и его подчиненные вымогали у директора коммерческого общества взятку в размере 14 миллионов рублей из суммы, перечисленной обществу в счет выполненных работ. Ну а в случае невыполнения директором общества требований подозреваемыми неоднократно высказывались угрозы о невыплате денежных средств за выполнение работ по следующему контракту. И еще хотел бы на что обратить внимание. Вот на протяжении всего расследования этого уголовного дела мы постоянно сталкивались и сталкиваемся по-прежнему с давлением со стороны адвокатов и соратников Урлашова, которые обвиняют нас в неком политическом заказе. Это даже несмотря на то, что по одному эпизоду получения им взятки было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Поэтому следствие никогда не реагировало, естественно, никогда не будет реагировать на подобного рода нелепые обвинения, а будет руководствоваться только фактами и доказательствами, которые, кстати, у следователей уже предостаточно для того, чтобы в ближайшее время завершить следственные действия и предоставить материалы для ознакомления всем фигурантам этого уголовного дела.